Добрый день, любители радиоуправляемых моделей. Часто на стримах нам задают вопрос, куда подевался двухметровый Ил-76. Вот сегодня мы на этот вопрос ответим, почему у нас возникла задержка, почему возникла проблема с этим проектом и что мы предполагаем с ним делать, прежде чем этот проект будет продолжен. Вот сейчас я развернул модель, чтобы вам лучше было видно. Я думаю, сразу невооруженным взглядом видно, что киль повело в сторону. Дело даже не в том, что киль был приклеен неровно относительно хвостовой секции фюзеляжа. Проблема именно в крутке самого каркаса. Каркас увело то ли в процессе обтяжки, то ли пока он ждал своего часа, так скажем. Но факт тот, что фюзеляж скрутило. Насколько получится его вытянуть? Ну, пытались греть, пытались вытягивать этот фюзеляж на уже готовые детали, на готовые модели. Получается не очень, так скажем, мягко говоря. Ну и сейчас у нас остается два варианта. Либо срезать обшивку хвостовой секции, выправлять каркас и по новой его обшивать, либо полностью переделывать всю заднюю часть фюзеляжа. С передней проблемы нет, но она, в принципе, и покороче, попроще. А вот хвостовую секцию фюзеляжа, скорее всего, придется переделывать. Мы пришли к выводу, что каркас предварительно нужно именно обтянуть и только потом ставить киль. Да, в этом плане несколько у нас меняется схема привода руля направления. Уже так вот легко торсионом его сделать не получится в процессе сборки. Ну, будем искать другие варианты. Ну и вторая проблема, второй нюанс, конкретно на этой версии модели, это задний люк, грузовая рампа. Здесь, как видите, тоже начинают уводить детали, особенно вот эти тонкие боковые створки, как видите, они ни в какую не хотят держаться, как им положено. Вечно провисают, вечно куда-то отгибаются. Ну, так как десант с этой модели запустить все равно хочется, все равно хвостовой люк делать мы будем. Но будем делать его по упрощенной схеме, уже без боковых створок. Да, это не так копийно, не так оригинально будет смотреться, но зато технологически, по крайней мере, в пенопластовом варианте, это будет сделать гораздо проще. Но в любом случае проект Ил-76 мы не забрасываем. Действовать будем по второму варианту. Это обрезаем хвостовую секцию, будем собирать ее новую. К тому моменту, как мы будем полностью готовы к обшивке, к тому, как, чтобы показать изменения в проекте, мы снимем отдельный видеоурок по доработкам, по изменениям и выложим их также в наш основной курс по Ил-76. Как видите, при работе с большими моделями есть свои сложности, свои проблемы. Если на маленькой модели небольшой увод не критичен, да он особенно и в глаза-то не бросается, то на такой модели любое небольшое отклонение уже в итоге дает увод достаточно сильный, который так уже простыми средствами не исправишь. Приходится многое переделывать. Так что с такими аппаратами старайтесь изначально работать гораздо более аккуратно. Ну, такая с виду небольшая, но, тем не менее, досадная ошибка привела к задержке проекта. Но в скором времени мы подготовимся и обязательно продолжим сборку Ил-76. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ждите новых видео. До встречи! Играем по-взрослому!